Во-вторых, покой душевный. Скажите, у вас есть какие-нибудь слоны? Слоны? В каком смысле? Ну, у каждого человека должны быть какие-нибудь слоны. Вот я, например, для того, чтобы уснуть, считаю один слон, два слона, три слона. И ни разу до ста не досчитывал. Успокаивает. Такие слоны у меня есть. Смешно сказать. Футбол. Воображаю себе игру. Слежу за полем, наблюдаю за мячом. Отлично. Вот и прописываем вам футбол. Вы играли? Играл. А где? В мечтах. Продолжайте в таком же духе. Спасибо, доктор. Ну, что вам сказать? Это от нас с вами не зависит. Хорошо бы он меньше задумывался. Всего доброго.